поэтому он создает партию, вот для Джостра нужно две партии. Вот его партия. Цвета, любимые цвета Симонетты Веспуччи. Она больше всего любила белый и салатовый. И половина города одеты в белый и в салатовый. И по ним видно, что они партия Симонетты Веспуччи. А вторая партия в Джостре — это партия будущих предателей и убийц, но на тот момент об этом никто не знает. Семейство Пацци. И это семейство по наущению папы римского Сикста, того самого, который Сикстинская капелла. Он считает, что слишком много власти взяли флорентийцы, слишком много власти у Медичи, и надо их убрать. И он подговаривает семейство Пацци, чтобы они убили братьев Лоренцо и Джулиано. Покажи еще раз Санта Мария дель Фьоре. Причем очень все хитро происходит, очень интересно происходит. Братья Пацци приходят домой к Джулиано Медичи и говорят: пойдем, значит, вместе с нами, сегодня праздник Пасхи, это на Пасху, отпразднуем и так далее. А Джулиано говорит: вот на каком-то турнире упал с лошади, зашиб ногу. Я, говорит, лучше дома посижу. А выпить и закусить, пожалуйста, столы готовы, будьте любезны. И один из Пацци, обнимая за плечи Джулиано, проверяет, есть на нем кольчуга или нет. Выясняется, что нет кольчуги. Он дома не носит кольчугу. И он предлагает Джулиано, тут в двух шагах, во Флоренции все в двух шагах. Пойдем на Пасху, все-таки надо в церковь сходить. Давай пойдем в Санта-Мария. Сходим, отпразднуем Пасху. Если тебе тяжело идти, обопрись на меня. И Джулиано соглашается. Он ему не дает времени одеть на себя железную свою ту самую рубашку, доспехи. И так они выходят. И там они встречаются с Лоренцо. Отлично, два брата, можно сразу от двоих избавиться. Но в тот момент, когда они обнажили клинки, Пацци и их сторонники, Джулиано своим телом закрыл Лоренцо, закрыл своего брата. И все удары пришлись на Джулиано. Он погиб, защищая брата. И когда Лоренцо успел выпрыгнуть через окно и оказаться у себя в резиденции, когда вот это все произошло, Пацци, конечно, тут же, флорентийцы, которые обожали Джулиано и обожали Лоренцо, они тут же повязали убийц и предателей. Их буквально к вечеру уже повесили, Флоренция вся была увешана виселицами, уставлено всех, кто был за Пацци, и самих Пацци. Заговор не состоялся. Лоренцо остался один, Джулиано похоронили. И когда мы говорим о Медичи, мы говорим о уникальном правительстве города, республики, которое вкладывало огромные деньги в искусство. То есть они вообще вкладывали не просто деньги, они таким образом входили в вечность. Потому что, когда мы с вами смотрели капеллу Медичи, мы понимаем, что это памятник, как говорится, у Булгакова. Вспомним о тебе, вспомним обо мне. Я хочу вам сказать, мы говорим о Микеланджело, мы вспоминаем Медичи. Мы говорим о Боттичелли, мы вспоминаем Медичи. Мы говорим о Леонардо да Винчи во Флоренции, мы вспоминаем Медичи. Они свои деньги вложили в бессмертие, как думаете? Конечно. Конечно. Итак, зал Боттичелли, где представлены лучшие шедевры Сандро Боттичелли.
И Сандро Боттичелли считается отцом очень многих стилей в искусстве, которые появились уже намного позже. Например, Паула Дмитриевна Волкова, которую я обожаю, считает, что без Боттичелли не было бы Амедео Модильяни. Я абсолютно с ней солидарна, потому что все картины Модильяни выросли из Боттичелли. Дальше. Начнем с «Медузы». В том же зале, где вот эта великолепная Венера Урбинская, мы о ней будем говорить отдельно, находится картина Караваджо «Медуза Горгона». Эта картина написана на доске, которая имеет форму щита. Она немножечко выпуклая и производит колоссальное впечатление. Тем более, что она рядом находится с такой прелестью. Покажи нам, пожалуйста. А это Венера Урбинская великого Тициана. Это картина изумительна во всех отношениях, потому что, во-первых, после флорентийской живописи, в которой превалирует линия, мы вдруг видим живопись, в которой превалирует живопись, в которой цвет самое главное. И, конечно же, мы вспоминаем, мы с Антоном не подготовили, но я думаю, что вы вспомните или потом посмотрите в интернете. Эдуард Мане, знаменитый импрессионист, когда увидел эту картину, он вернулся в Париж и написал свой вариант. Это Олимпия Эдуарда Мане. Абсолютно так же лежащая женщина, композиционно все то же самое. Только женщина другая, эпоха другая. И вместо собачки кошечка. Если собачка символ преданности и верности, то кошечка это что? Гуляет сам по себе, совершенно точно. Кошечка – это такое существо, которое гуляет само по себе. И вот мне несказанно повезло, потому что я была в Венеции, когда там была выставка, которая называлась «Мане возвращается». Изумительная выставка, потому что они придумали такую идею. Они решили к Мане, в пандан к Мане, подобрать все те картины, от которых он зажигался и в результате создавал шедевр. И вот на одной стене между ними расстояние полметра. Венера Урбинская, которую вы видите, а рядом Олимпия. И ты не просто на машине времени, а ты просто, у тебя маятник век 15 и век 19. Ты в одно время, в одну секунду тут и в другую секунду там. Дальше. Про Караваджо я говорила. Стоп, к Леонардо вернулись. Это одна из первейших картин юного Леонардо. Ему в это время лет 16, когда он пишет картину «Благовещение». И в этой картине еще очень много таких чисто, я бы сказала, юношеских ошибок, которые зрелый художник уже не допускает. И этим картина прелестна, когда ты смотришь и ты понимаешь, что это создавалось руками юноши, которые еще все только осваивают. Это очень здорово. Дальше. Про Понто-Веккио я вам говорила. Это Палаццо Питти. Это надо перейти на другую сторону Арно. Это тоже картинная галерея. И мы сейчас будем смотреть живописные шедевры галереи Палатина. Дальше. «Мадонна в кресле» Рафаэль. Вообще, в этой галерее избыточно много Рафаэля. Те, кто любит этого художника, должны ехать непременно в этот музей, потому что там все ломится от Рафаэля. Я не помню, 12 или 16 подлинных Рафаэля. Дальше. «Мадонна Грандука» тоже Рафаэль. Но мы не комментируем, потому что очень много... Как бы он идет к Сикстинской Мадонне. Вы это понимаете, глядя на эту работу? Дальше.
А это Тициан. Тициан, который написал совершенно изумительную картину, которая называется «Христос Искупитель». Эта картина как бы в пандан другой картине Тициана, которая называется «Динарий Кесаря». Она находится в Дрездене. И вот это ощущение изображения Христа, которое поймал Тициан, увидел, почувствовал, это какой-то совершенно особенный образ, который, как мне кажется, наиболее пронзительно вот из многих художников эпохи Возрождения, он, с моей точки зрения, особенно тонко прочувствовал образ Христа. Собственно говоря, это практически все, что я хотела и могла за это время рассказать о Флоренции по изобразительному ряду. По достопримечательностям вы поняли, что надо правильно гулять по Флоренции. В идеале, ну, полный день, совсем хорошо 3 дня. Кому повезет неделю, тогда можно все посмотреть. Потому что галерея Палатина и Палаццо Питти примыкают сады Боболи. Если вот в такое время года оказаться в садах Боболи, это блаженство. Там скульптура, растения, вода, все изумительно прекрасно. Вопросы?